Бро, ну ты видишь сверху, да? В данный момент на канале 95 822 подписчика. И буквально чуть-чуть осталось до полноценных 100к. В общем, требуется твоя подписка. И приятного просмотра. Ну что ж, дружочки-пирожочки, всем привет! Добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends. Как вы знаете, совсем недавно на основной сервер вышел такой герой, как Купа-Пупа-Пуполь-Куполь. Вот такой вот парниша, да? Именно так вроде его зовут, называют. Так вот, появилась у меня необычная какая-то тактика игры. Возможно, для кого-то она покажется, типа, супер, блин, простой. И в этом нет ничего офигительно классного. Но я все же попробую продемонстрировать вам то, чем я тут занимался сегодня с подписчиками на стриме. Начинаем мы каточку. Начинаем мы каточку. Берем мы Пуполя и Куполя. Пуполь-Куполь, Пуполь и Купа. Пополь и Купа. Подтверждаем, естественно, пик. Смотрите, беру прибытие и беру эмблемы леса. Леса не через монетку, беру третий перк, увеличивает урон, наносимый лорду черепахи башни на 20%. Урон, получаемый от лорда черепахи, уменьшен на 20%. Не знаю, будет ли это считаться за гайд. Возможно, я что-то и напишу, что это гайд. В принципе, могли бы немножко разобраться в способностях. У нас есть два варианта волка. Это наш ультимейт, когда он превращается в альфа-волка. И тогда по использованию первой способности, которая в обычное время просто заставляет атаковать быстро какого-то противника нашего волка. Он к нему быстро рвется, наш Купа, да? При альфа-самце он еще дает стан. Вторая способность, мы назад его к себе призываем, то есть мы, чтобы он под тавером там не болтался, потому что его, чтобы призвать, там колдаун большой и останавливаться надо. В общем, волка нужно стараться не терять. Отыграл немножко каточек, уже тут гайды раздаю. Ну, так, по-быстрому по способностям. Вторая способность возвращает его к нам и дает щиток. А если под ультимейтом, когда он альфа-самец, йоу, как не я, точно, не знаю, как какой-то альфа-самец, да, вот он как раз-таки к нам прыгает, по сути, и все враги вокруг нас еще и оглушаются, вообще зашибись. Третья ловушка, она работает как вард, 60 секунд, она может стоять где угодно, их можно накопить до 3 штук. Блин, все понял, вообще буквально пару каток сыграл, но вы можете глянуть этот ролик, покупать и пытаться что-то делать на этом персонаже, пока его не начали все банить и пикать. Хотя, может быть, уже. Так вот, ловушечка, в которую, если наступает враг, по сути, он не оглушается, но он останавливается. Это никакие, наверное, способности сбить не может, но он останавливается, и зона увеличивается, и в этой зоне все тормозится, поэтому ловушки я пока что юзаю очень слабо, но это очень-очень хорошие, в общем, еще одна хорошая способность для данного героя. Ну что ж, полетели, полетели. Да, ребят, вы знаете, что я играю с подписчиками. В прошлый раз у меня получилось, ну, просто дикость. Вот у нас есть мастер сейчас Фаша, да, а тогда у меня было в команде два мастера, элитный воин и эпик. Ну, чтобы вы понимали, ну, это, типа, очень низкие рейтинги, поэтому я там взял MVP, как бы, но при этом только за счет, наверное, пуша, которого я и так пытался делать, потому что, ну, больше там ничего я толком и не сделал. Наверное, мой КДА был один, типа, я не помню, счет мой, 1-4-3, может быть, поэтому... Ну, получил MVP, несмотря на это, сделал как бы немало урона по 40%, но это точно не может попасть в запись, потому что, ну, было плохо, я прям сгорел, я 8 минут держался до последнего, вел себя полагающим образом, ну, с таким, так себя вел, как будто бы этот ролик все же выложу. Сдался, не смог, не вытерпел. Начальную часть оставляю, она с другой катки может быть. Вы там, ой, герои не те, ты что, нас обманываешь? Нет, говорю как есть, катка была плохая. Можете пересмотреть стрим, чем все закончилось. Гора матов огромнейшая. Матов в роликах у нас нет. Пытаемся еще раз сделать то, что нужно. Смотрите, первым предметом пытаемся купить мачету хищника. Можете купить сапог в том случае, если, ну, будете чувствовать, что он вам нужен. Например, с базы, конечно, если вы умрете, вам сапог не нужен будет, потому что у вас есть прибытие. Но в случае, если вы уже потеряли прибытие, ну, смотрите, как Грок грамотно уходит, чекнуть, чтобы никто не подошел на мой баф. И сам возвращается сюда же. То есть это отличнейший мув. Ну и поехали. Пытаемся забирать баф. Пытаемся его разбирать и буду показывать, что мы делаем. Мы нацелены на снос черепахи, снос лорда, снос башен. Вот наша первостепенная основная задача. На самом деле, проще было бы единожды записать и наложить голос, но хочется, чтобы я говорил именно то, о чем я думаю в эти моменты. Ну вот вы видите, как я уже использую первую способность, да. Не рассказал я про пассивку. Пассивка еще наша заключается в том, что после 4 ударов нашего купы мы делаем усиленную базовую атаку. Наставим ловушек, если захочет чуть сюда подойти.
Все же удалось монетку забрать. Вернись, бро. Вот тут вот нужна вторая способность. Я пытался ее изнуть, чтобы щиток, наверное, получить все же. Первая способность. Так вот, появляются над нами такие значки, да? Когда их будет 4, наша следующая базовая атака будет усиленная. Ну вот, Грок почему-то потерялся, почему-то не со мной. Вообще, Лолита должна быть в миду, если честно, да? А Грок должен быть со мной. И вот тогда было бы хорошо, в принципе. Или же Грок вообще вместе сразу. Так, вернем нашу собаку. Получили щиток, получили ультимейт. Попытаемся кастануть его и сразу же сагрить ночью. Стан ночью, морозилочка. Нет. Попытался морозилку кинуть нашей способностью. Не удалось мне это сделать. Пытаемся. Ох, как я выловил-то. Некрасиво сейчас способность. Ну, тут пытались флеймами забрать. Все. Все удается забрать. Нет, давайте я все же возьму сапог. Мелкий, но продолжу собирать то, что собираю. Ну и пока что просто пытаемся фармить. Это наша задача. Получить больше крипов. В мачету хищника. Получить больше урона. Проигрываем мы по золоту уже с первых минут. Никто не забирает наш синий баф. И это звоночек, потому что синий баф нужен, блин, всем. Почему нет? Но героям, которым действительно он нужен, почему-то не интересуются им. Вот, например, тут Бруно у нас. Мы пытаемся накастить в него способность. Сами мы добьем крипа этого. Здорово, получилось все как надо, красиво. Отогнали его нашим альфа-самцом как раз-таки стан. Подброс еще попробуем, не успел я сделать подброс. Давайте ловушку срочно ставить, потому что сейчас может все плохо здесь закончится, но бросаем в атаку. Почему мой бро не пошел в атаку, бро? Хорошо, есть килл. И скоро появится черепаха. Буквально через несколько секунд попытаемся забрать крипов. А ну вторую, хотя... Ее лучше бы придерживать все же. Так, наверное, возьму сапог на скорость. Сейчас до конца соберу. И дальше уже тогда будем собирать наш класснющий предмет, который говорит, называется мачете хищника. Такое ощущение, что там кто-то уже есть. Мне бы помощь, на самом деле, возможно, не помешала. Хотя я нацелен на то, чтобы разбираться с ним очень легко. Кастуем ультимейт, начинаем атаковать. Дикая скорость атаки получается. Ну, для начала, да? И посмотрите, какой урон, благодаря нашей как раз-таки эффекту эмблем. Буквально промедлили наши противники на какую-то секундочку, и мы уже забираем как раз-таки черепаху. Продолжаем действовать дальше, продолжаем забирать крипов на лайне. Максимально быстро. Проигрываем по киллам, но забрали черепаху, и попытаемся сейчас забрать тавр. Вы тоже увидите, с какой силой все же мы можем этот тавр атаковать. Не умею я уворачиваться от этих способностей. Тавр забрали. Теперь смотрите, что мы делаем. Это важно. Это важно. Мы просто пытаемся отойти. Просто кастуем прибытие и улетаем на топ. Пока все там. Пока все дома. Мы уже здесь. Собираем мачету хищника. У нас всего лишь 9 стаков. Кастуем ультимейт. Первая способность работает на тавр. И поехали. Поехали наяривать. Можем отойти. Можем отойти. Тавр забрали. Первостепенная задача выполнена повторно. Отходим. Нам не нужны киллы, по сути. Нам не нужно ничего. Хотя это тоже будет, если мы будем это все делать. Прилетать, забирать крипов, улетать. Главное еще в таком случае не отдавать свои башни. Но как раз таки вот сейчас под шумочек, вот когда я это говорю, да, я отдаю мид. Нет, не отдаю. Все же сумел задефать. Ну и повторяем то же самое на миду. И очень здорово, что команда, кстати, воюет. Могло быть и не так. Наверное, вернем мы нашу собаку. Да, потому что опасно крайне. И попробуем по тавру поиграть. Но вряд ли здесь получится сильно нанести урон. Возвращаем нашу собачку. Собачка наша погибла. Придется ее возродить. Этим сейчас и займемся. Возрождаем собачку. Здесь, конечно, собралась большая орава, скажем так, народу. Поэтому я ничего не смог сделать. Следующий наш предмет. Я вам сейчас покажу, что мы собираем. Мы берем говорящего светра для увеличения скорости атаки. Она здесь рядом. Может и ультануть в таком случае. Попытаемся ее наказать за это. Возвращаем собачку, потому что больно. Возвращаем нашу собачку. Получаем щиток. Поднимаем врагов. Кастуем способность. Минус. Вовремя щиток получили. Отлично, отлично. Чушка погибнет или нет здесь? Летим на базу, на прибытие вернемся в атаку. Выжили, благодаря как раз-таки щитку. Ой, на базу как-то я медленно лечу, скажу я вам. Есть черепаха. Есть отличный план. Летим сюда.
байтим всех, чтобы они шли атаковать как раз дефать топ. Они должны были меня заметить. Переходим в атаку черепахи. О, брат, вернись. Сюда идем. Атакуем этого человека. Ну, посмотрите, даже без собачки мы, в принципе, справляемся очень даже хорошо. Но собака, конечно... Ну, нет же, нет! Вот это вот косяк. Атаковал исключительно по... Короче, это косяк. Тут других слов и не добавить. Просто у меня украли сейчас крипа. Нагло. Тоже получил щиток вовремя причем. Продолжаем атаковать. Много всего отдал, здесь черепаху не забрал, но лидирую по золоту. Черепаха и провалился. Мой план сейчас немножко. Ни в коем случае не переживаем, не расстраиваемся, не тильтуем. Это такое бывает. Это норм. Погнали в атаку. Ловушек мало, ставлю ловушек. Ну и Бруно лучше меня сейчас справляется с задачей, которую я поставил себе. Впрочем-то. Просто уничтожен. Да. Пускай Бруно на 300 голды только меня перефармливает, но как АДК он, конечно, намного лучше. Как стрелок, у него урона больше. Отлично. Ну, смотрите, Тавр до сих пор на миду стоит. Мне его как орешки, я должен его просто расщелкнуть был. Но пока что не сделал ничего я стоящего в этом смысле. Проигрываем по золоту командному, хотя... В принципе-то, если забирать так вышки, то мы должны выигрывать по командному золоту. Ну, пытаемся топ. Пытаемся давить топ. Так, следующий наш предмет. Атака. Мы берем злобный рык, потому что уникальный его. Минус 20% защиты товарам. Ультуем, поехали. Т2, смотрите, что делает. Просто улетает. Но тут же команда противников. И посмотрите просто на этот урон безумный. Но я не справился, да. Один против троих ничего не смог сделать, но я снес тавр. Опять же, я сейчас появляюсь, я могу примерно полететь куда-то еще, потому что у меня опять же будет прибытие. И в принципе, это наша основная задача, чтобы мы как раз-таки пушили. Вот. Черепашку, что ли, пытается забрать? Чу. Неудачно для Иксборга в этой ситуации. Черепаху, видимо, тоже отдадим. Но опять же, вторая катка подряд, что-то не лучше получается. Так, ну что ж, есть прибытие. В принципе, можно его куда-нибудь заюзать, но куда? Не совсем пока что понятно. Неплохо играет Чу, но вот попробовали в атаку, увидели, что он отступает. Ну, как бы и забили на это. Ну, видимо, даже с крипами мы здесь не зайдем. Ну, Тавра еще очень много хп. Мне казалось, что там поменьше хп должно быть у него. Но у меня зато урона немало уже. Как раз таки. И это хорошо. Как раз таки альфа-самец сейчас пропадет. Еще ловушку. Ну и тут же прикрывать пришли все своего братана. Ну а мы ожидаем, чтобы как раз таки появился альфа-самец. Альфа-самец есть, поехали дальше в атаку. Ну и вот альфа-самец показывает мастер-класс уже. Но все равно основную комбу я вам пока что показать никак, по сути-то, и не могу, да? То есть очень потная катка. Нажал вторую, чтобы получить щиток, потому что должен был улететь урон от Селены как раз-таки. По мне. Я даже не знаю, я обычно брал вот этот вот предмет как раз-таки. Хорошо. Все же сумел справиться. Все же мне урона здесь хватило. Это хорошо.
Но есть у меня один план небольшой. Я боюсь даже о нем вслух говорить, потому что это все же стрим. И народ это может слышать. И явно слышит. Пытаемся делать то, ради чего мы созданы. Уничтожать. Кстати, ХП восстанавливает наш братишка. Расставлен всякий ловушек. Но это минус лорд. То есть, в принципе, удалось сделать то, что нужно, и это очень хорошо. И очень легко, причем мне это удалось сделать соло. Продолжаем гнать линию. Гнуть свою линию. Ну, здесь вряд ли что-то получится. Прибытия нет, поэтому можно было бы туда полететь и отправиться изи с тавером, поехали в атаку. Хорошо, просто собака расстреляла. Ну как расстреляла, загрызла. Поехали. Просто покидаем всех и идем на топ. Там вот убивают нашу Фашу. Нас это не сильно волнует. Мы уже на другом лайне абсолютно. Мы только что там убивали Бруно. Мы уже на другом лайне. И уже переходим в атаку Тавра. Играем исключительно по нему. Минус Тавр. Легко и непринужденно, когда они дефают мид. Получаю щиток. И стреляю просто патрону. Просто кнопочка дополнительная патрону. Стрелять и все. Там где-то идет лорд, мы совершенно на другом лайне играем, совершенно другие вещи творим и просто сносим куполем базу противника. Ну, в общем, такой вот ролик, не знаю, насколько показательный, насколько вы поняли, что нужно делать. Нужно просто стараться искать моменты для пуша и все, перемещаться по карте. И все у вас должно получаться. В принципе, 8,9% MVP, да, это не то, чего я добиваюсь. То, чего я добивался, это 88% пуша. Это просто 88% пуша в катке, в которой мы проиграли по киллам. 15-18 счет. В катке, в которой Чане 2-0-8, в которой Бруно 6-3-3, в которой Селена 6-2-4, в которой герой, да, вполне хороший. Вот у нас тут 1-3, 1-4, 3-6. Ну, конечно, Лолита там ассистировала вместе с Гроком, да. Но все же вот такая катка. Еще раз, эмблемы какие. И, в принципе, могу показать, какая у меня сборка конечная получилась. Вы ее можете как-то изменить. Вот лесные эмблемы, которые я использую. Если что, талант номер 2. Я использую гибридная атака, снижение времени перезарядки боевого заклинания. Это очень важно. Я, кстати, не знал, что у меня это стоит, но это работало, видимо, чтобы быстрее просто перезаряжалось прибытие. Ну и, естественно, магический убийца. Это тоже важно. Ну и боевое заклинание мы используем прибытие, если не открыто, жаль, вряд ли этому будет работать без прибытия. Так, ну и снаряжение, наверное, давайте я тогда видоизменю его, покажу, как я играю. Все же, тогда, говорящий с ветром, злобный рык, смотрите, базовая атака будет игнорировать 20% защиты башни, важно. Затем, зеленка, ну и последним предметом, лучше, ребят, вы вот так вот, лучше вот так вот. Все же сделать, и все. И ваша цель исключительно идти. Исключительно идти в базу противника. Всем огромное. Всем огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока, всех люблю, целую, обнимаю. Стрим не закончился, ребят. Продолжаем.